Ребят, всем привет! Гараж ремонт. Сегодня ездить закончили мы ВАЗ заниматься. Ездили покупать все для Мерседеса. Краску мы заказали, она будет только на неделе. Остальное все купили. Сейчас все покажу, что как. Так, ребята, взяли мы вот такую прыскалку. Работает она нормально. Старая у меня уже перестала работать вот такая. Уже что-то все умерла. Взяли мы новую. Вот. Ну и, в принципе, антигравий такой, ну не антигравий, а корд для защиты днища. Взяли два баллона. А на Мерседесе буду обрабатывать. Взяли мы грунтовку. Вот такую. Под металлик. Будем красить. Взял я три банки. Думаю, хватит. Если не хватит, то будем докупать. Вот она, еще такая же. Также разбавитель акриловый. Такой. Это не реклама, просто показываю, что в ходу, как вот, 2 литра взяли. Лучше пусть останется, чем не хватит. Ну и лак такой же мы взяли, как четверку красили. Хороший лак. Убихеловский такой. Вот. И мы к нему же разбавители. Ой, отвердители. Вот они. Ну и взяли кругов на пневмомашинку. Будем шкурить. Еще будем делать отопление. Взяли печечку такую. Вот она, как она. Печь газогенераторная Бринерин. Вот. Будем ее сюда ставить. Вот здесь вот у нас печка стоит. Буржуйка, она говно. Я ее, можно сказать, за бесплатно мне отдали. Она вон вся, ее надо варить. Короче, ненужную. Взяли мы вот такую. Вот. И вот сюда поставим. Будем делать, когда трубу проводить. Тоже буду снимать, показывать вам. Вот. Ребят, завтра начнем мы уже ремонт автомобиля Mercedes. Покраски готов, полную будем. Бампера я, как говорится, уже покрасил, а остальное будем готовить полностью. Будем разбирать все, фары, ручки, молдинги всякие. Будем разбирать и уже будем готовить покраски. Это будет тоже в следующем ролике. Смотрите. Вот. Будем заказывать еще сюда пластиковые окна. Вот сзади меня будет здесь пластиковые окна. И будем потолок утеплять тоже сделать. Думаю, к зиме должно уже все доделать. Так что смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки. Дальше будет интереснее. Всем пока.